говорите, на каком основании вот этот желоб вы хотели взять и разнести? Объясните людям. Объясните людям. Людям объясните. Не вари. Ничего вам объяснять не буду. Почему? Я вы сказал, вторгаетесь на каких руки? На так, руки? На каких документах? Руки, руки, руки. Вы должны показать, Женя, на каком основании, уберите на основании вы... Понимаете, что вы делаете незаконно, Евгений? Что вы дергаете? Руки уберите свои. Вы делаете это незаконно. Не нападай на человека. Да. Не нападай. Понятно? Не нападай? Да. Не нападай. Я нападаю. Все. Значит, ты просто понял, скажи, ты предупрежден. Работай. Ты предупрежден, Евгений. Незаконные работы. Отдыхайте. Здрасте. Может, вы объясните? Не знаете. Ой, вот, незаконные работы проводятся. Объяснений никаких от бригадиров. Жень, ты мне лично сам говорил, что это для... бабушек, ну ты не речи не было о том, что это постоянно, что это временно. Речи об этом не было. Охрану позвали.